Дорогой папочка, Хрущев хочет вызвать тебя на заседание президиума ЦК. Он считает, что ты тайно создал спецформирование особых войск с целью захвата власти. Я чувствовал, что-то готовится. Мы пытались связаться с тобой по ВЧ. Нам не дали. Сказали, нет связи. Я же говорил с Хрущевым из Югославии. Значит, его запугали. Вот почему он не пустил меня на учение в Киев. Заранее сговорились. И в Югославию с Албанией отправили специально. Ах, Никита. Как говорится, хорош ты мужик, но не орел. Пап, ну может образуется еще все? Испугался Хрущев. Как Сталин испугался после войны меня. Ах, Никита, Никита, трус. Останови. Георгий Константинович, объясните членам президиума, почему тайно создали специальные формирования особых войск с целью захвата власти? Да какие тайные формирования? Это обычные военные подразделения со спецсоставом для ведения разведки и уничтожения ракетных установок. Мы с товарищем Тименко изучили их опыт и предложили создать группу для действий против вражеских ракетных войск. Большая эта группа? Какова ее численность? Примерно с дивизию. Она пока формируется. Поймите, армия нуждается в реорганизации. Она не может быть такой, какой была. Война в Корее показала, мы отстаем. Почему же вы не доложили ЦК о создании специальной дивизии? А зачем? Я что, должен бегать в Кремль или на Старую площадь по каждому вопросу? Потом, это обычное дело для армейской жизни. Повышение боеспособности, не более. А мы имеем, подвинься, другие данные. Ведь их же обучали, тренировали в Москве, так? У нас есть видение, что они хорошо ориентируются внутри Кремля. Вот в коридорах, в кабинетах и так далее. Клевета. Ну, я признаю, наверное, прежде чем создавать, надо было посоветоваться, только с кем? С вами? Или, может быть, с вами? Вы что-нибудь вообще понимаете в армейском строительстве? Вам вообще армия-то нужна? Современная, боеспособная, не уступающая американской, а вон теперь уже немецкому бундесверу. После таких любопытных слов, как с вами работать в высшем звене партии и государства, Георгий Константинович, мы что, не воевали? Мы что, бок о бок, плечо к плечу, не проходили по полям войны? Почему, к нашему мнению, такое пренебрежение? Леонид Ильич, каждый должен заниматься своим делом. Вы строить страну, а я строить армию. Я же не советую министру сельского хозяйства, как ему сажать озимые. Или вон не пишу статьи товарищу Суслову по строительству социализма. Почему вы советуете мне и Чуйкову? Ты на кого замахнулся?
Ты замахнулся, мать твою, на партию! Партия нам всем доверяет. Партия всех нас проверяет. Партия все видит, все знает. И никогда никому ничего не забывает. И не прощает. Никит Сергеевич, дайте и не мешайте мне создать лучшую в мире армию. Я коммунист, я верю в социализм, но одними ракетами всего не решить. Надо развивать авиацию. Война в Корее это показала. У американцев молодая, хорошо обученная армия. А мы опираемся на старые кадры, которым уже... Ну, не будем ссориться. Есть предложение завтра собрать пленум. И вы, товарищ Жуков, будете иметь возможность все рассказать членам ЦК. Согласны? Ну вот. Можете быть свободны. Ведь вы только что вернулись. Отдыхайте. Ну, до встречи на пленуме. До свидания, товарищи. До свидания, товарищ Жуков. Все товарищи свободны. Информации о спецдивизии. Готовы совершить переворот и захватить власть. Установите наблюдение за его домом и за телефоном. С кем разговаривает и о чем. Хорошо, Никита Сергеевич. Окончательное решение, я думаю, будет такое. Жукова вывести из состава президиума, снять с должности министра обороны. Докладчик Суслов. Не возражаете? Нет. Михаил Андреевич, вместе с Брежневым подготовьте доклад и проект решения. Угу. А насчет министра? Кого назначим? Быть может, Малиновского. Прекрасный военный специалист. Ну, хорошо, зарекомендовал себя на фронтах, отличился. Согласны? Что скажет Анастас Иванович? Хорошая кандидатура. Подходит. Последний раз здесь были. Почему, товарищ министр обороны? Подожди меня. Ах, Никита, Никита. Бессовестный ты, мужик, недолго покувыркаешься. А тот, кто без совести, бессовестный снят будет. Опомни мои слова. Предательство Хрущева и отставка стали для Жукова полной неожиданностью. Газеты вновь писали об бонапартизме знаменитого маршала, а он сам заперся дома и почти ни с кем не общался. Близкие лишь молили Бога, чтобы переживший 2 инфаркта Жуков просто выжил. А Жорка-то
Аж 15 лет. Георгий Константиновичем величать начали. Да, он такие кренделя из мехов выделывал с корняжной мастерской моего отца. Мы только диву давались. Однажды даже балерина приехала заказ делать к нему, значит. Гельцер. Да. Миш. А он в Бога верит? Какая ты смешная, Галка. Какой русский солдат без Бога в душе на смерть пойдет? А Георгий эту смерть сколько раз вот так вот в глаза видел. Мы даже с ним... на Новодевичьи ходили к отцу Николаю. Поминания всем павшим воинам заказывали. Есть у него душа, есть. Она под присмотром. Да, ну так вот, про Гельцер-то я начал. Значит, приходит балерина, такая вся расфуфыренная, красоточка краля. И к отцу, значит, подходит, говорит: я бы хотел видеть Георгия Константиновича. Мой отец даже и не понял сначала, кто это Георгий Константинович. Она говорит: ваш лучший мастер. О как. Миш. Да. А он... он Захарова любил? Понимаешь, Галь, Георгий настоящий мужик. Он всех своих женщин привечал. А вот чтоб любить, не знаю. Страсть — это ведь не любовь. Привычка тоже... она любовь, понимаешь, как лампа. Горит, пока не погаснет. Вот чтоб в нем эта лампа горела, я как-то и не замечал. Пока не увидел, как он на тебя смотрит. Не замечал я в нем, чтоб горел такой огонь. Это чего это он так, а? Опустился-то. Галь. А? Это он так, Миш. Это он так от смерти спасается. Помереть он боится. Вот ты, Господи, Боже мой, а? Это что ж у вас творится-то здесь, а? Вот стоило мне уехать, и пожалуйста. А ты думал, ты что ж газет не читаешь? Да какие в деревне газеты? Пока тещу хранили, поминали там... Хранили тещу. Три баяна порвали. Прости, Миш. Царствие ей. Ой, тут у нас такое творится. Рвут они его, Миш, за все. И за войну, и за мир, и за меня, и за Дивину, и просто за то, что он есть. Галина Александровна, может, поможете? Конечно, Георгий Константинович. Только не слишком ли вы нарядный? За газеткой в киоск собрались? Не за газеткой, а на партсобрание. Какое партсобрание, Георгий, ты что? Дело в том, что мои соратники, коммунисты с электромашиностроительного завода памяти революции 1905 года, желают меня видеть. Интересно, зачем ты им? Не им, а партии. Я ведь коммунист как-никак. Слушай, коммунист. Ты помнишь, что мы в кино сегодня идем на коммунист? Сколько лет такой фильм вышел, а мы не смотрели. Стыдно. Так что не опаздывай, хорошо?
Не опоздаю. Товарищ командир. Че ты галстук снял? А вот так. Регалии надел, ты посмотри. Красавец, все. Пока. Пока. И что ж ты, маршал, с женщинами своими разобраться не можешь? Партия, она все видит. Всему участница. Я вот что думаю, товарищи дорогие. Думаю, партии наше дело поболее будет, чем в мою спальню заглядывать. М? И я никому не позволю. Я... Хватит! Доякался. Выговор мы тебе выносим. Ты смотри, хрен старый, как тебя самого отсюда не вынесли вперед ногами. Бывайте, товарищи. Благодарю за заботу. Уйди от греха, дедушка, а? Ну, что тебе надо, старчик? Вы и так моей крови попили вдоволь. Давай по пивку. Не на мне твоя кровь. Порох в ней, я думаю, немерено, и осколков, и другого. У меня в Стрелках девка была. Маня Мельникова. Ох, в нее первый раз влюбился, и за нее первый раз к стволу прикоснулся. Убил? Да ладно тебе, старый. Что ты, убил сразу? У него ухажер был, из наших тоже. Филькой звали, он со своей куколкой за мной по всей деревне носился. Я его в амбар заманил и там разоружил. Потом Нюра была, Синельщикова. Но тут уж родственники постарались, братовья. Так меня баграми по спине отделали. Неделю потом лежал. Это уж после, когда меня ранила по царицам. Выходила Мария Волохова. Дочку мне первую родила. Ох, такая у нас страсть была. Крышу с госпиталя сносила от нашей страсти. Вот так, дедоль. И? Ну, потом Шура подоспела. Ну, а потом и Лида. Эх, Лида, Лида. Баб много у тебя было. На то ты командир, вояка. А любовь тебе только сейчас в душу постучалась. Чего уставился, отгадал? Да и опыт у меня не поменит того, а то и поболе будет. Ты вот своих баб хоть некоторых, а по именам помнишь. А я только скопом вспоминаю. Кроме одной. Тоже Галей звали. Убил ее осколком под Киевом. Так я 3 ночи выл. Бойцы мои ко мне близко подойти боялись. Так что, маршал, береги ты свою Галю, а то, что в грехе живешь, не прав ты, маршал. Любовь права. На, кружакчик. Миш, Миш! О! А. Закончился и труд. Ну? История вов. Ну и? Ну и ни слова правды. Хрущев, Брежнев воевали, Суслов руководил. А тех, кто действительно воевал, даже не упомянули. Забыли. Ну как они людям в глаза-то будут смотреть? Ты не волнуйся, они все помнят. Не волнуйся. Позор, позор. Галь, я воды просил. Сейчас, Маша несет уже. Жор! Жор! Ты не переоделся? Сеанс в 7, мы опоздаем. Да ладно. Что случилось? Операции, командующих фронтов, дивизий, Маша, все под себя подняли. Никит приказал и пошла писать губерния. Тимошенко, Хрущев есть. Но не в контексте Сталина и ставки главнокомандующего. Ну, цирк, эквилибристика. Ну, так возьми, напиши правду.
Что ты здесь ходишь, скулишься? Не скулю я. Не скулю. Просто я не умею писать. Скулишь. И потом, что значит не умею? На моей памяти, за что бы ты ни брался, у тебя все получалось. А, спасибо тебе. Вот, ну, спасибо. Да нет, спасибо, ну вот, девочка. Ну, беру спасибо, да. Толстого, да? Ну. Читаю спасибо. Толстого. Да. Вот. Толстой, Надя, да. Чего на него равняться? Мы же тебе не о войне и мире говорим, а о мемуаристике. Да, а потом, что он не может свою «Войну и мир» написать, что ли? Да он лучше Толстого напишет, он же все может у нас. Ну, не знаю. Как Толстой, честно говоря, не уверен. Вы что, меня с Толстым, что ли, сравниваете? Вы оцатанели, что ли? Толстой один, он гений. Пап, пап, а дядя Миша маме вот так делает, когда ты отворачиваешь. Машка. Да вы мне что, как мальчишку, что ли? Ну, может, не может взять, хотите? Ладно, все, диспут окончен. Не хочешь, не пиши. Сказать тебе о других грамотеях, да? Всю правду народу расскажут. Давай, Жорка, собирайся, в кино опоздаем. Киномеханик ну, уже приехал. Правильно, сейчас, конечно. Толстой один. А Жуков два, что ли? Жуков-то тоже один, да? Евгений Урбанский. Просто величина. Мирового масштаба. А фильм, ну, слов нет. Ну, подожди. Ну, перестань. Ну, да, погиб герой, я понимаю. Но как погиб? При чем здесь он, Жора? Как она теперь без него вообще жить будет? Иди-ка. Одна из записка. 19 августа сего года по случаю смерти генерал-лейтенанта Крюкова, жена последнего известной певицы Русланова, устроили поминки, на которых в числе других были маршалы Советского Союза товарищ Буденный, СН и Жуков ГК. Товарищ Жуков заявил, что если бы он был министром обороны, он не допустил бы принятия правительством нового постановления о пенсиях военнослужащим и их семьям. Далее он сказал, что товарищ Малиновский предоставил свободу действиям начальнику главного политического управления, генералу армии Голикову, а последний разваливает армию. Никита Сергеевич, к вам товарищ Суслов и Брежнев. Давно пора, зови. Чепуха какая-то получается, дорогие товарищи. Что, Буденный тоже там был? На поставленный мне товарищем Леонидом Ильичем Брежневым и А.И. Кириченко вопрос, был ли я 19 августа на похоронах генерала Крюкова вместе с Жуковым, отвечаю. Первое. На похоронах генерала Крюкова не был. Был занят на заседании президиума ЦК ДОСАФ. Второе. Жукова я видел всего 5-10 минут во дворе дачи Руслановой, когда я вечером около 7 часов с женой пошел к Руслановой. Чтобы оказать человеку внимание в тяжелую минуту, в это время присутствующие на поминках разъезжались, среди них был и маршал Жуков. При встрече Жуков ни о чем подобном не говорил. Маршал Буденный. Ну что? Да садитесь, садитесь. Ну что там было? Напились маршалы, Никита Сергеевич. Поливали все политбюро.
помоями. Вызвать всех, кто был на поминках, на партийную комиссию. А вот это что? Прослушивание дачи телефона показало. Маршал Жуков ГК после отстранения с поста министра обороны СССР приступил к написанию книги «Воспоминания о войне». Шелепин, председатель КГБ СССР. Ну? И что? Никит Сергеевич, а пусть пишет. Главное, под контролем. Пишет. Пусть пишет. А что он там пишет? Ты вот что, ты посоветуйся с товарищами, как получше разрегулировать это дело. Предложите маршалу официально какое-нибудь издательство. Ну, может, он, так сказать, и делом будет занят, и будет под контролем. Верно. Ну что, мне вас учить, что ли? Пора, мой друг, пора. Покой сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит в частичку бытия. А мы с тобой вдвоем. Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальних трудов. Нам бы успеть, а то Мишка из-за вредности характера съест все. Подожди. Пока мы здесь с тобой сопли распускаем. Пойдем. Ну что, отпустила? Да-да. Хорошо. Как там плюшки? Готовы. Съел, небось, все? Тебе оставил чуть-чуть. Да? Ну, давай. Давай-давай. Давай. Так, кушайте. Сахара можно посыпать. Держи. Жор, пойдем спать. Вот вы, Галина Санна, ревмяры дали Авдове судьбе, а я вот что подумал. Жора, молчи. Ничего мне не говори.
Я не вечен, к сожалению. Во-первых, надо оформить развод, потом... Ну, что ты такое говоришь? Я говорю, тише, тише, слушай. Слушай. А потом мы оформим брак. Это первое. Второе. Жор, ну перестань. Ну, я не хочу слушать. Ты слышишь меня? Все, что есть, переписать и оформить на тебя. И в-третьих, женушка моя, тебе надо будет найти нового мужа. Угу. Еще что мне нужно сделать? Машке хорошего отца. Ой, Жор, ну перестань, не могу это слушать, правда. Ну сколько можно? Прекрати. Негоже такой красавице. Тут, по-моему, уже перегрелся. Только найди, знаешь, себе, найди себе... Какого найти? Какого? Такого, чтобы в дом все нес. Так. Работящего. Так. Такого. Ну, чтоб любил вас так же, как... Так же? Как я люблю. Хотя, такого ты вряд ли найдешь, чтоб любил, как я. Жорка, что ты такое говоришь, а? А знаешь, что я буду за вами вас оберегать, наблюдать? Если что, я там сверху, ему по башке-то. Бум! Вот так вот, да? Да-да-да. Именно так. Вообще, что ты здесь делаешь, а? Я... Пустяки какие-то отвлекают меня. Я пишу книгу. Книгу пишу. А то не Толстой, не Толстой. Ну, не Толстой, ну, не Пупкин какой-нибудь там. Пиши, пиши, я посижу, ладно? Георгий, из секретариата звонили, сейчас тебе Хрущев перезванивать будет. Тебя. Держи, Жор. На. Ау. Сейчас. Держи. Держи. Слушаю. Слышал? Полный шумят. Хорошо в Пицунде. Чего ты как хорошо? Вот что, Георгий Константинович. Ты не держи на меня зла. Я тогда очень раздраженный был. Ну, прямо как порох. Вы правы, Никита Сергеевич. Гнев – плохой советчик. Знаешь, мне тогда трудно было разобраться, что у тебя в голове. Да, ко мне приходили и говорили. Жуков опасный человек. Он игнорирует тебя. Он в любой момент может сделать все, что захочет. Знаешь, слишком велик у него авторитет в армии. Вообще, корона Эйзенхауэра не дает покоя. Ну, ты меня понимаешь. Вот что, я сейчас крепко занят, волны слушаю. Вот вернусь, давай встретимся и поговорим по-дружески. Договорились? Так точно. До встречи. Что? Похоже, опять Жуков понадобился. Русский Ванька дурак. Первый раз от Берии спас. Второй в 57-м году на пленуме от Клике. Молотов, Маленков, Каганович.
Третьего раза не будет, Никита Сергеевич. Угу. Что ж ты ему про госдачу не напомнил? Что отобрали? Почему? Что молоко и муку для ребенка по карточкам получаем? Что мяса нигде нет, в очереди вся страна стоит. Тебя под домашним арестом держат. Может, он забыл? Угу. Надо было напомнить. О чем же он тебе говорил целых 3 минуты? О чем? 7 лет назад не очень хорошо со мной обошлись. Вот чего ты ему об этом обо всем не сказал? Я ему об этом уже давно сказал. А кто без совести, бессовестный снят будет. Садись. Ты ведь у меня боец. Я ж не одна у тебя такая дочка. Никак не успокоится, да? При чем тут мама? А при том, ну сколько можно, скажи. Доченька, сколько? Ладно. Как тебе парень? Любишь его? Папа, это личное. Да? Ну, вот и у меня лично. Да. Я никому не позволю. Чаю хочется. Пирожное. Ты бы к нам сейчас зашла. С младшей сестренкой познакомилась. Машка вон уже пытается командовать. Стоять, собака, стоять. Зайдешь? Пап, еще говорят, ты книгу начал писать. Зачем? А затем, девочка, чтоб детям твоим потом не сказали, что вы врете, что ваш дед войну на своих плечах к победе вел. Что ведь сейчас в умных книгах пишет? Не было такого маршала Жукова. Все были, а Жукова не было. Папа, будь осторожен. Ты же помнишь. Буду. Я все помню. Ничего не забыл. Все помню, ничего забыть не могу. Ладно, давай. Потанцуем. Разрешите? Установившаяся в Советском Союзе политическая система с неизбежностью порождала очередного вождя, идеям которого должны были послушно внимать партия и советский народ. Конечно, культ Хрущева не был столь репрессивным и кровавым, как у Сталина, да и масштаб личности не тот. Но основу и этого культа составила бесконтрольность власти первого лица страны. Энергичный и деятельный по натуре, Хрущев искренне желал поправить дела, но делал это в полном соответствии со своими представлениями о жизни и уровнем образования. К началу 1964 года авторитет Хрущева в стране резко упал. Недовольны были все слои общества. Рабочие и служащие повышением цен на товары и производственных норм, введенных одновременно со снижением расценок. Крестьяне – политика урезания подсобных хозяйств. Жители маленьких городов и поселков запретом держать скот.
творческая интеллигенция обсуждала экстравагантные выходки первого секретаря, устраивавшего разносы виднейшим писателям и художникам. А за кремлевской стеной уже сформировалась новая жаждущая власти группировка. События разворачивались словно по кальке, снятой с отставки Жукова. Пока Хрущев находился на отдыхе в Пицунде, соратники во главе с Брежневым, Косыгиным, Шелепиным и Сусловым все решили. Сразу после прилета Хрущева в Москву его сняли со всех постов и отправили на пенсию. Ура, еда пришла! Маш, как не стыдно? Не надоело, я есть хочу. Интересно хоть было? Ну, я и поинтереснее слыхала. Молодому поколению не нравится, значит, надо переписывать. Не бери, они немытые. Вот ты. Будем переписывать. Маш. Георгий, не надо ничего переписывать. Вы что, радио не слышали? Да? Телевизор не смотрели? Георгий главу читал, нам некогда. Понятно. Тогда внимание. Дай-ка мне очечки. Внимание, дорогие мои. Вчера Никита Сергеевич Хрущев снят со всех постов и отправлен на пенсию открытым голосованием Политбюро. Вот так вот. Читай. Каким же должен быть следующий, чтоб нам пожалеть о предыдущем? Маш, пойдем, я тебя молоком напою. Куда ты ешь яблоко, оно не мытое? Маша. Клавдия. Надо выпить. Сто 132 замечания. Да, 132, Георгий Константинович. Ну вот, например. На Волжском фронте количество пушек, упомянутых автором, не соответствует. Молодцы, рецензенты, историки, мать вашу. Не впустую хлеб едят. Ошиблись мы с вами на 300 штук. Или вот, это уж совсем чепуха. Фамилии неправильно записаны, политработников. Георгий Константинович, у настоящего профессионала, коим вы, несомненно, являетесь, все эти пометки займут времени, ну, не более месяца. Нет, есть, конечно, в некотором смысле кардинальные вещи, ну, это уже решать вам. Слушай, профессионал, я уже год по кабинетам хожу, как думаешь, книга эта выйдет когда-нибудь? Нет. Нет. Пока вы будете упорствовать, Георгий Константинович. Я не могу писать то, чего не было. Это моя правда. У вас, как видно, она другая. Третий раз. Рукопись возвращает. 123 замечания. Первый раз было 80. Аппетиты цензоров растут. Зато каковы цензоры? Епишев, Рокоссовский, Конев. А вот историки оценили вашу книгу невероятно высоко. Мне звонят, хвалят. Личность, сумевший повернуть в истории войны многое. Он? Не совсем. Он медленно читает, Суслов. Год читал. Вот, разродился наконец. Все. Слышите? Все, что о Сталине, переписать. Так они Политбюро по этому поводу собрали? Да. Но мнения товарищей разделились. Да кто такой этот Суслов во время войны? Скромный работник. Секретарь он был по идеологии. Он Верховного-то видел только на параде, небось. Или когда тот его вызывал в кабинет. В партер ставил. Скипидарил одно место. Вот кто такой ваш Суслов. Георгий Константинович, ну, может, еще раз на Старую площадь, ну, ради дела. Ну, пожалуйста. Ну, не обессудьте. Сходите. Ну, работа у нас такая. Собачья.
Вот, провожу вас. Ох, напьюсь. Тошно. Поверьте. На основании статьи 126 о положении прав брачующихся на территории Российской Федерации разрешите признать брак между Жуковым Георгием Константиновичем и Жуковой Александрой Диевной недействительным. Стороны, прошу вас расписаться. Вот здесь и здесь. Александра Диевна, вот здесь и здесь. Фамилию оставляете, Александра Диевна? Я была Жуковой, есть и буду. Георгий Константинович, передайте, пожалуйста, паспорт гражданке Жуковой. Вы не уходите, пожалуйста, хорошо? Да-да, как договорились. Был несчастным все эти годы со мной, да? Нет, я был счастлив. Возьми. Не понимаю. Ира, день рождения придешь? Ну, если не прогонишь, конечно, приеду. Ну, уж не прогоню. Я не заслужила этого, Жора. Прости меня, Шур. До свидания. Поехали.